сегодня у нас было упражнение по извлечению пострадавших из задымленной зоны. По легенде, двое ваших соучастников не успели или не смогли самостоятельно покинуть задымленную зону. Поэтому вы наблюдали эвакуацию с первого этажа и эвакуацию со второго этажа с помощью лестницы. При пожарах такой категории вы должны запомнить для себя, что главное не прятаться, а главное найти кратчайший путь к эвакуации. Если такой путь невозможен, то нужно к себе привлечь внимание. Тем самым можно разбить окно или помахать рукой, крикнуть, чтобы вас легче могли обнаружить и эвакуировать. Самая страшная ситуация в этой что? Когда отключаешься, и тебя вообще вряд ли тебя спасут, и не знаешь, что будет дальше. Бежи смирно! А там же мальчик. Ну это сильно туда, вот так вот. Мальчики, как вам учение? Впечатлило? Вообще жестко. Жестко? Что больше всего понравилось? Вообще, все прикольно. Школа горела. Самое главное, что школа горела. Не самое главное. Главное, что их спасли. Да, что их спасли. Какой вы урок из этого вывели? Что вам говорили? Да, не паниковать, надо предупреждать, что ты там находишься, не прятаться. Вот оказались, если бы вы в этой ситуации, как бы вы себя повели? Я бы паниковала, конечно. Хорошо, девочки паникуют, а мальчики что делают в это время? А у тебя нет желания служить в МЧС? Спасать людей? Это так благородно. Нет, я больше спецназе хочу.